крупном мегаполисе или в отдаленном поселке, неважно, благодаря комплекту спутникового ТВ от МТС, теперь телеканал ННТ доступен в любой точке России. До этого передачи о культуре, обычаях и традициях жителей Дагестана транслировались только в самом регионе и через различные интернет-сервисы. В первые 3 месяца наше национальное телевидение на платформе МТС будет работать в тестовом режиме. Это необходимо для проверки технических возможностей всех участников проекта. Но уже сегодня можно сказать, что аудитория канала существенно расширилась. Если идти по порядку вообще, то мы сегодня вещаем в аналоге. Мы есть на Smart TV, в Samsung, LG телевизорах. Также мы есть в приложениях на телефонах. IPTV, то есть интернет-провайдер, можно позвонить и сказать, подключите нам, пожалуйста, телеканалы, где есть телеканал ННТ, список каналов. Вот, это все было у нас. Но теперь у нас есть уникальная возможность, мы вышли на спутниковое ТВ, мы вещаем теперь на всю страну, и в принципе это для нас открывает большие горизонты, мы имеем теперь возможность, ну точнее дагестанцы имеют возможность спокойно приобретать пакет МТС, спутниковое телевидение и смотреть наш телеканал и получать удовольствие, быть в курсе всех новостей, все, что творится у них на родине, где бы они ни находились, в какой бы части нашей страны не жили. Спутниковое ТВ от МТС обеспечивает вещание в 83 регионах страны, за исключением Камчатки и Чукотки. Телеканал ННТ можно найти, нажав на пульте кнопку 807. Канальный план универсален для зрителей и оператора по всей стране. Для получения доступа пользователю необходимо только иметь оборудование для приема сигнала. Сегодня у нас есть вся необходимая инфраструктура для того, чтобы жители Дагестана могли комфортно пользоваться спутниковым телевидением и смотреть те каналы, которые им интересны. Трансляция телеканала «Наше национальное телевидение» позволит нам стать ближе к зрителям, а сегодня это уже тысячи семей. Жители же тех отдаленных населенных пунктов, где нет цифрового телевидения, но есть возможность установить спутниковое оборудование, получат возможность иметь полное представление о жизни Дагестана. Телеканал ННТ – это телевидение для всей семьи. В программах канала делается упор на укрепление традиционных ценностей и духовности, сохранение языков и популяризацию здорового образа жизни. Кроме того, освещаются события культурного, религиозного, социального и политического характера, происходящие в Дагестане. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала.